друзья, вы на канале Жизнь Эвен, Эвен Лайф. Я вам хочу сейчас вот рассказать про нашу зимнюю эвенскую обувь. Это называется по-русски тарбаза, а по-якутски она название этербез, ну и кенчи, а по-эвенски унто, унто называется. Так, вот этот, это у нас самое, это самое главное, вот это вот кенчи, да, вот она шита из шкуры снежного барана. Вот так она шита. Еще она изнутри она стриженная. Вот видно, нет? Она, ребята, очень теплая. Очень-очень теплая она. Можно одевать хоть минус 70. Она, ноги не мерзнут. Это вот это внутренний слой. Слой. Так, а вот это идет наружный слой. Она шита из комуса домашнего оленя. Но некоторые шьют из шкуры вообще самого лося сахатого, да? Она еще долговечна. А вот это шила моя мама из комуса оленя. Так вот. Так, итак, давайте я сейчас одену и вы... Посмотрите, как это все одевается. О, как комфортно-то. Очень-очень тепло, ребята. Вот такой слой шерсти. Так, берем этербез. Вот так вот одевается. Вот. Вот одели. Завязываем. Вот так туго. Надо все это туго, чтобы было все. Опа, вот так вот. Вот. Теперь вторую одену. Хорошо-то, а? И самое главное, ребята, она супер легкая, она очень легкая, комфортная, теплая обувь в минус 70. Эвены вот оленеводы издревле одевают, вот носят вот такую вот обувь. Она все самодельная, наши мастера, они все делают сами. Так вот одели, так вот завязываем. Вот, пожалуйста. Вот. Очень такие легкие, можно сказать, спортивные они. Все. Так, друзья, вот еще у тарбазы есть вот такой вот стельки. Вот такая стелька делается из валенок, да, вот. Это из валенка сделано. Но еще другой способ, более самый простой, это сено. Тут ложат сено вместо вот валенки, вместо валенки тут секи делают из сена. Так, я вот еще хочу показать. Вот мне вот подарили на мое день рождения, ребята, мои друзья подарили вот такие вот шипы. Я думаю, для этербеза, вот для тарбаза, они подойдут. Я думаю, отлично подойдут. Ну-ка, сейчас я одену и покажу вам. Вот так вот одевается. Сама резина такая упругая. Надеюсь, зимой она в холоде будет работать. Вот одел первое.
Вторую сейчас одену. Ну не знаю, может в морозе она не работает. Ну, не точно работает, а просто. О, ходить может, даже ходить будет мне неудобно. Шипы такие большие они. Где-то пол сантиметра. Видите, где-то шипы почти на 1 сантиметр. Ну, посмотрим. Я вот скоро выезжаю. Где-то начало февраля, где-то я буду выезжать. А в стадо буду выезжать. И буду вот это все тестировать. Обычно в горах, вот, да, вот тормоза, они очень скользкие. Ну, вообще в снегу. Я думаю, шипами будет намного комфортнее ходить по горам. Вот все это будет. Все это вам. В дальнейшем я все вам это покажу. И все.